Вот, мы пришли на дальнее поле. Я 3 недели назад показывала, как мы его разбирали. Я рассказывала, что оно должно быть где-то 5 сантиметров друг от дружки. Ну вот оно по-разному идет, где 5, где 10. Ну, оно должно быть не ближе, чем 5. За эти 3 недели оно уже очень даже нормально выросло. Уже начинает колоситься тоже. Вот здесь помешано 2 сорта, низкорослые и высокорослые. Высокорослые уже, он уже хорошо отколосился. Вот ветки видны эти, метла. А низкорослые, вот оно еще только начинает. Вот оно видно, там начинает, здесь. Ну, ему сроку еще 1,5 месяца расти, так что все будет хорошо. Вот мы пришли посмотреть, как у нас тут дела. Дела хорошо, замечательно. Вот. За 1,5 месяца оно здесь все вызреет. Это все оно. Здесь у нас 25 соток проса. Я рассказывала, что мы тут долго очень с ним в этом году, потому что были дожди. Дожди, дождь. 3 дня льет, потом 3 дня не можешь зайти. День поработал, опять дождь пошло. Ну ничего, все у нас получилось, просто растет хорошо. Уже потом, когда созреет, я опять сниму, покажу вам, что у нас выросло.